Авангардные Павлюхина. Рушиние Сергеевой, чтобы собрать все необходимые справки для операции своего сына, приходится ездить сразу в две больницы. Из-за капитального ремонта в поликлинике номер 11 на улице Павлюхина некоторые специалисты сейчас принимают в филиале на Авангардной. Мне приходится и с ребенком в две поликлиники, и записаться я даже элементарно не могу специалистам. Там запись переполнена. Ремонт в 11-й поликлинике начали в мае. На сегодня отремонтировали одно крыло. Во втором же продолжаются работы. Пациенты этому рады, но сидеть в очередях к врачам никто не хочет. После ремонта, то может быть она и лучше стала, но проблемы те же. Сидим в очередях. Проблема этой больницы. Эти поликлиники. Главный врач поликлиники объясняет, сейчас в отремонтированное крыло вернулись врачи-педиатры. Узкие специалисты начнут прием после того, как полностью завершат работы, через неделю. Это все сделано для того, чтобы они после этого получали медицинскую помощь в более комфортных условиях. Поэтому понимание со стороны пациентов, конечно, есть. Мы тоже стараемся максимально быстро закончить ремонт и привести все по своим местам. Но жалоб от горожан на очереди за капремонта стало так много, что проблему обсуждали на совещании у президента в минувшую субботу. Может быть, время работы продлите там. Раньше в эти выходные дни, может, организовать. Людей же помещений мало. Значит, может быть, таким образом организовать. Сегодня начальник управления здравоохранения города заверил, что принимаются все меры, чтобы завершить ремонт как можно быстрее. Ильнур Халфиев также отметил, что казанские поликлиники работают 7 дней в неделю. Наши граждане могут приходить каждый день в поликлинику. Если мы в будни говорим, у нас в поликлинике работа в полном объеме, это участковая сеть и узкие специалисты, то в субботу мы работаем по графику дежурных врачей и ряд узких специалистов, а также выезды на дом мы осуществляем, то в воскресенье у нас работают дежурные врачи. По словам начальника горздрава, капремонт во всех поликлиниках города по плану должны завершить до 20 декабря. Однако, отметил чиновник, сделать это постараются раньше. Из 52 объектов 2 уже сданы. Всего же на капитальный ремонт выделили 1 миллиард 305 миллионов рублей. И еще сверху 300 миллионов выделят на новое медицинское оборудование. Артем Логвинов, Андрей Габсадаров, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».